10 многодетных алматинских семей сегодня отдохнули в одном из развлекательных центров. Для них была организована праздничная программа. А в качестве подарков дети получили различные сертификаты, в числе которых 70% скидка на одежду в брендовом магазине. Так, в городе продолжается акция «Тысяча добрых дел», приуроченная к тысячелетию города. Мы не собираемся на этом останавливаться, потому что целый год впереди, и мы сделаем даже не тысячу, а больше добрых дел.